О, если он будет идти, он убьет меня или нет? Я вот тут встану. Ну давай, через меня. Ну. О, да ладно. Привет, дорогие друзья, с вами Димас Стаканчик, Робби, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную рубрику, потому что будет Серега нажимать кнопки, а мы должны будем выжать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Да какая-то ночь. Это 99-е. Ребята, напишите в комментариях, продержимся мы со Стаканчиком хотя бы 5 минут без проигрыша. Надеюсь, что да. Надеюсь, я тоже на это надеюсь. Хотелось бы, чтобы так случилось. О, ушел. Отдали. Да ну как? Ну почему? Ребята, кто написал в комментариях, что мы проиграем, вы были правы, мы проиграем. Серега не дает нам... А как так получилось, что нет аниматроника, а мы сливейшн? Надо вам было подождать какое-то время. А, в этом есть смысл. Я же забыл, что если аниматроника нет, надо еще калиточку не открывать. Да. У нас есть очень классный мод на оружие, где присутствует очень классный, не знаю, свет от фонарика. Это просто антуражно и необычно для Гаррис мода. Эй, хорош! Хорош тебе так нападать. Ребята, напишите в комментах, какой самый страшный аниматроник или какого аниматроника вы больше всего боитесь. Я не знаю, я боюсь, знаешь кого? Эннарда. Мне кажется, он какой-то страшный челик. Я теперь не знаю, открывать дверь или не открывать. Подожди чуть-чуть. Ну вот тоже подожду, а сколько это чуть-чуть? Даже непонятно. Секунд 5 хотя бы. Ну вот смотри, 5 секунд точно прошло. Фу, Серега, спасибо, что ты в этот раз не убил нас просто так. Ну сейчас убью. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся с пацанами записать что-то гениальное, которое попадает в тренды. Этот клацает камеры и уже поломал. Чё, то у меня картинка не переключается. Это очень странно. Смотри, тут стоит челик. Так, 5 секунд прошло, да? А, отлично. Он это еще не нападает на тебя. Да ты задрал. Тоже стрёмный челик, я его тоже боюсь. Бойся, бойся, правильно боишься. Там чика стоит. Да ну куда ж ты так? Где? О, Чика, как дела? Нормально. Нормально, нереально. Сейчас вас замочу. Нормально. Охранникам труба. Надо какую-то новенькую песню написать. Ну, как всегда, мы делаем очень позитивный контент. Надеюсь, вы сейчас смотрите и немножечко улыбаетесь, как Стаканчик открыл дверь, когда стоит Чика. Гениальнейший игрок. Молодец, моя школа. Спасибо. Так, тут, наверное, надо уже дробаш брать. Да ну ты отвали, говно! Видишь, знаете, правильно я достал дробаш, надо было ее в живот стрелять. Еще чуть-чуть. Это марионетка, да, вас замочила? Ну да. А что ж вы не заводили-то шкатулку? Ну что, ребята, дробаш взятый. Конечно, их оно не убьет, но у меня так спокойнее. Это Фокси был? Это был, да. Фокси, я знаю. Ух, ты что, вот это... О, как... Слышите звук? Гильзы. Класс! Она, кстати, что, падает и лежит? Да, смотри, гильза лежит. Очуметь. Обалденный мод. Может, на него обзорчик сделать? Ребята, напишите в комментах, какую нам следующую рубрику снять. И у нас в Дискорде есть раздел «Идеи для видео». Можете туда все кидать. Я их каждый день чекаю и записываю то, что вы просите. А, еще хочу поделиться новостью. Нам в Дискорде подключили партнерку. Мы слились. Это Голден Фредди обрадовался от того, что партнерку... Но мы так ждали ее долго, и нам ее все-таки подключили. Значит, наш Дискорд достойный. Слышь, я вообще не знаю, открывать нам дверь или нет. Пока не стоит. Ну ты говно, успокойся, серьезно. Ну вот 5 секунд. Это 99-я ночь. А, понял, я же забыл. Все сходится, мы должны сливаться как положено. Так, стоит, не закрывай. О, не открывай. Тоже не открывай. Сейчас к вам придет гость. Есть такая песня.
Багдади, все спокойно, спокойно, спокойно. Не открывай. Ушел. Открывай, открывай. 5 секунд же еще надо ждать. Стоит, стоит челепиздит и палит. Серега, а ты что, вышел? А у меня что-то перезагружаться начало. Так, бывает. Так, подожди, он все равно нас атакует. Так, пока его... Я все равно выставил, сейчас Фокси должен на вас побежать. Серьезно? Кстати, я... Вот, все, на нем камера стоит, мы теперь будем чекать. Внимательно. Чика стоит. Да я знаю, он понажимал перед тем, как уйти. Это он пошел в туалет и все понажимал. Отдохнуть. Так, давай немножечко схожу сюда. Я знаю, что они не мочат в этой части. Классно, фонарик смотрится необычно для Гаррис Мода. Большая ошибка, Димас. Да, я бегу назад, ну нафиг. Отец, ну ты видел? Ну ты видел? Стаканчик. Открой дверь, он все равно не нападет. Эй, тут какое-то говно невидимое. Закрывай, закрывай. Фух. Да я их что-то сильно очень боюсь. Вот тут стоит один. Где? Вот тут. Вы один. Музыкальную шкатулку там заводите? Эй, шкатуляка. Я забыл за шкатулку. Ой, что-то камера лагает. Фокси бежит. Побежал, побежал. Давайте его почекаем здесь. 3, 2. Красава. Головой об стенку ударился, но никакого результата. Эй, ты как быстро вернулся так? А ну есть тут прицел на правую кнопку? Нету. А если фонарик убрать? О, можно целиться. Кстати, логично. Если фонарик включен, целиться нельзя. Димас, вот не забывайте про Голден Фредди, что вам придется выходить наружу, а то он вас... А, я его боюсь. Придется выбегать. Нас с двух сторон окружили. Окружили демоны. О, ушла. 5 секунд. Лучше закрой. Лучше закрой. От греха подальше, он не дает там никакого шанса. Ну, Серега. Ну, Димас. Фух. Вот 5 секунд. Вот, 5 секунд прошло. Давай проверим, Серега прав был? Спасибо за совет, мы просто тащили. О, я был не в офисе, я живой остался. Вы слишком рано открыли. Никс, представь, я был на пару миллиметриков дальше выхода, и меня не убило. Это было эпично. Отвали ты! Фокси побежал! Вот он. Как он сразу возвращается назад, да? Моментально? Да. Шкатулку, шкатулку заводим. Эй, стаканчик! Ты что-то не то нажал! Нет, вы шкатулку забыли завести. Ее там надо прям. Ну я же клацал. Серьезно, в это время клацал, когда меня убило. Надо как бешеный на нее клацать, Димас. Не хочу быть бешеным. Хочу быть обычным. А надо. Так, я уже достал миниган, но я знаю, что это не сработает. Ну, будем с миниганчиком ходить. Ушел отсюда. Как у нас еще? О, у нас есть газовый ключ. Мне он нравится. Не открывай. Нет, я вообще боюсь открывать. 99-я ночь. Тут можно постелить под столом матрасик и просто лечь спать. А шкатулку? Он руку поднял. Смотри, сейчас будет бежать. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Ой, переключил. О, назад. Шкатулка, шкатулка. А шкатулка, если не заведется, она все равно зайдет через двери даже? Да. Ну, да. Я знал, я знал. Тогда зачем спрашивал? Проверял, знаешь ли ты? Конечно, знаю. И шо, Димас? Думаешь, я не знаю? Подожди, тут есть кто-то? Внимание, кто? Открываем. Попробуй... Закрой двери, закрошка! Шаканчик! Да отпусти ты меня! Жопа морская! Ребята, я заспавнился в животе Фредди. Придется посидеть и ждать, пока не уйдут. Стаканчик, я в тебя верю. Главное, не открывай калитки. Хорошо. По башке выпусти меня. Звук такой прикольный, мне нравится. Опа, Чика ушла. Я должен Фредика уйти. Я надеюсь на это. Бежал. Все, открывай. Закрывай сразу, ну нафиг. Ты видел? Хорошо, что мы закрыли, он бы сразу нас замочил. Подлец. Злой. Очень злой.
Так, подожди, я даже не знаю, что теперь надо. Открывать дверь или не открывать? Открываем двери, все такие, ну положи, 5 секунд, ну же 5 секунд, это прошло. Нет, ты меньше. 4,5, извините, пожалуйста. 4,0 секунд. Опа, пистолет Алекс. Ну тебя нафиг. Серега, ты хорошо нас пугаешь. Я знаю. У нас же еще есть гейм-мод, есть FNAF, можно его попробовать, мы же уже починили его, помнишь, он был поломатый. А вообще убитый был, помню. Может, его же сделали? Надо будет нам проверить. Как так что, ребята, конечно. Плюсик ставите в комментариях, и мы будем знать, что надо записать нам гейм-мод по ФНАФу. Там более, конечно, будет поинтереснее и по канону ФНАФа. Шкатулка, Димас. Если ролик наберет в ближайшее время 10 тысяч лайков, я напугаю Димаса до усрачки. В реальной жизни. И выложу это тоже. Ролик в YouTube. Слышь, я шкатулку завожу. Ты думаешь, что я ее завожу сразу? Молодец, а тут Golden Freddy скоро... Эй, а что она так этот разряжается, как кусок говна? А надо прям нажимать вот так. Да, я сейчас поломал, у меня уже дырка на букве U. Е. U, кнопка U. Все, нормально. Ну блин, 98-я ночь. 99-я. Да я знаю. Вот, Серега, мы зашкерились, не открываем двери. Как ты нас достанешь? А Голден Фредди. Ну-ка, давай. Не, не даешь? Молодежь. Будет, о, патроны. Выстрелы исчезли. Так, шкатулка заведена? Заведена. Слышь, Чика так долго стоит. Так, 5 секунд. Нет, там еще Фредди не открываем. Нет, Фредди просто стоит, он это к вам не заходит. Шкатулка, Димас. Да я знаю. Не, еще ж восклицательным знаком горит. Слышь, шкатулка, успокойся. Если восклицательным знаком горит, значит это уже. Марионетка уже намылила, одела тапочки, то комнатные идет к нам, я понял. Надо быть внимательным, заводим. Я без остановки завожу, все. Так, вроде бы все, завел. Стаканчик молодец, контролирует все калитки бабушкины, молодец. Спасибо. Респект и уважуха, тащим потихоньку. Кстати, мы уже продержались, да, 5 минут не без слива? Ну, да. Я думаю, что да. Так что, ребята, кто написал, что мы продержались 5 минут, все-таки вы были правы. Мы смогли. И Серега не смог нас никак напугать и убить. Потому что Golden Freddy сегодня не придет к нам. У Golden Freddy, у него сегодня каникулы начались. Летние. А чё не зимние, весенние точнее? Ну, Golden Freddy ему насрать, когда хочет, то и делать все каникулы. Что ты имеешь против Димы, скажи в лицо. Слышь, Golden, чё ты не выходишь на них? А ну быстро пошел съел их. Не хочет, не хочет он. Быстро съел Димаса, до усрачки напугал его. Быстрее заводи шкатулку. Кстати, смотрите, дым с дула идет. О, мне это нравится. А ну, стаканчик, смотри, когда стреляет, дым с дула идет. У меня нет. А. Слышь, шкатулка, заводись. Еще б чуть-чуть. Медленно заводись. Да ну говно, не заводись быстро. Слышь, что там творится? Стаканчик. Это Golden Freddy пришел. Да. С каникул. А нет, это марионетка. Я же заводил шкатулаку. Блин, не закрывай. Было поздно, слишком поздно. Ну ты слышишь, а? Ну что он творит? У нас энергия не садится, а у нас энергия полная. Ну зато вы умерли миллион ну, раз. Ну да, и миллион и один, если быть точнее. Так, что у нас за оружие? О, у меня есть топор, ну-ка. Тут Фредди. Кто против меня? Я тебе топором по башке дам. Надо ролик записать, битву на топорах. Ну что ты, пупсик, стоишь, смотришь сюда? Ты смотри, ты сколько их натравил? Ты что, одновременно всех? Да, могу всех, если так, пока мы не открываем. Не. А ну давай максимально всех, кроме Golden Freddy. Фокси побежал. Бум. Ух ты, ёкалы мене какала. Ты что делаешь? Ой, слышь, я застрял тут. В аниматронике, скорее всего, да? О, отстрял. Я не знал, что можно забагаться в том месте. Там чика была.
Чикатило. Уходи. Не уйдет. Надо священной водой в морду пшикнуть ему. А ему пофиг. Священной мочой. Ой, не то сказал. Корчой. Точно, точно. Антисептиком. Ты смотри, нам нереально вообще тут прожить. Не, ну что мы хотели? Мы знали, что Серега будет нажимать все кнопки подряд. Я безбашенный, я псих. У тебя получается, Серега. Пишите в комментариях, Серега психопат. Да-да-да, посмотрим, сколько считают, что Серега психопат. Я, кстати, тоже напишу, Серега психопат. Потому что так оно и есть. Дурка по мне плачет. Ну что ты? Стаканчик, я не знаю. Это как-то невозможно вообще. Хотя ладно, так, Чика, отступай сюда. Гуден, ой, да, убирай их. Давай сюда. Мы ж не откроем двери никак. Пять секунд теперь... не прошло. Так, фиолетовый Фредди ушел. Даю вам небольшую передышку. Фух, слава богу, я хоть в туалет схожу. О, если он будет идти, он убьет меня или нет, я вот тут встану. Ну давай, через меня. Ну-ну-ну-ну-ну. О, да ладно. Убил. Неожиданно. Так я не знаю, как дальше выживать. Это жесть. Шкатулка. А дверь... Не, шкатулка. А, шкатулка. Вам капсда. Не, я нажимаю. Я нажимаю. Сейчас придет. Уже поздно. Ну нафиг. Да как? Нам прожить, я боюсь. Да ладно, все. И я, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и смотрите следующий ролик. Сейчас.